Добрым днем, с вами Артем, и сегодня я расскажу об обновлении для Роблокса. Перед началом реклама. Если в ВК мой ник Артем Лютаев. Ссылка на меня. Вот и вы знаете о том, что это обновление было в 2018. Но это обновление говно, и что и это обновление более кринжовое, чем то, но потому что Roblox такой, зачем это делать крутое обновление, мы же дебилы и сделаем мне другое обновление. Так, может какой-то Tower Defense или что так далее. Но зачем это обновление делать, если можно брать такие игры, как Pizza Tower или еще какой-то Hide and Seek. А вот эти игры, которые Roblox выбрал, просто кринж. Ну, короче, ну зачем вот так печалиться, все равно надо ждать, когда Roblox сам придумает и задумается, что сам Roblox это сделал. И может Roblox сделает нормальное обновление, которое улучшит или все равно ухудшит или улучшит саму эту игру. Ну короче, до свидос.